Начинается с подготовки бутылки. Игорь Геник на производственной площадке с первых дней. Он объясняет, как купажный сироп смешивается с водой и поступает на миксер-установку. Линия практически вся автоматизирована. Одна смена – это 6 человек рабочего персонала. Это 3 оператора в цеху розлива, 1 оператор в купажном отделении и 2 карщика. То есть все люди, которые задействованы на сегодняшний день здесь. Если вспомнить водителей, бухгалтеров и грузчиков, наберется 35 человек, а когда цех выйдет на производственную мощность до 60 миллионов бутылок в год, к ним добавится еще столько же. Линию готовили специалисты из Европы. Поляк Славомир Сташак здесь уже не в первый раз. Его задача – обеспечить бесперебойную работу процесса выдува бутылки. Нагревается вот эта преформа до температуры 120 градусов. Затем заходит в матрицу, где происходит процесс выдува. Скорость машины 12 тысяч бутылок в час. Выходит 3 бутылки в секунду. Это за трое суток можно снабдить бутылкой минералки, лимонада или кваса каждого жителя области. Впрочем, география поставок регионам не ограничивается, хотя войти в рынок задача непростая. Идем немножко на снижение себестоимости. И первоначально на этот завод, то, чтобы продукцию производить, мы планируем по себестоимости отдавать. Не зарабатывая, главное, надо запуститься, потому что рынок очень тяжелый. Чтобы в него зайти, надо дать человеку что? Хороший качественный продукт и хорошую цену. Ввод в строй предприятия стал возможен благодаря почти миллиардному кредиту по программе поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере обрабатывающей промышленности. Чтобы казахстанский потребитель мог приобретать именно тот продукт, который находится на рынке у нас и произведен нашими же предпринимателями. В первую очередь, вот и президент об этом не раз говорил, что все это делается только в первую очередь для этого. В рамках единой программы поддержки бизнеса за первое полугодие по Костанайской области было подписано 66 договоров субсидирования, более чем на 2 миллиарда тенге и 25 проектов договоров гарантий на 201 миллион. Игорь Нидерер и Сергей Трахтенберг, Костанайская область.